Всем привет, друзья! Мы на канале Породные куры в Оренбурге. Меня зовут Вадим. 5 ноября прошло вечернее кормление. Мы сейчас вот в гостях у пушкинской породы кур. Коротенько расскажу и покажу их. Значит, это у меня основная порода. В этом году я оставляю 3 семьи пушкинских. Вот одни. Вон, вы можете наблюдать через сетку еще одни, и через сетку там еще одни. Сейчас я вам всех их покажу. Значит, вот эта вот семья состоит в основном из прошлогодних кур. Тут 9 штук прошлогодних. Вот, и петух был прошлогодний, но он у меня куда-то пропал. Не знаю, вот этот был буран. Может, выскочил, да его унесло вместе со снегом куда-то, фиг его знает. Но дело в том, что не нашел петуха, хотя он был вот тут в сарае. Выскочить я даже не представляю, как он мог выскочить. Ну, факт остается фактом, петух пропал. Поэтому запустил сюда 2 молодых петушка этого года. Июньский вывод. У меня там были они пушкинские 2 и 14. Точно не скажу, какого вывода они этот. Вот один 2, а второй, сомневаюсь, или 2 или 14. Ну, не столь важно. Июньские петушки. Вот этого петушка я и планировал оставить запасным. Он мне нравился изначально. Статный, красивый. А тот второй, вон там, я про него как-нибудь отдельно сделаю обзор. Потому что того петуха я уже приговорил, нес на колоду зарубить. Встань, покажись. Но в последний момент я его закольцевал и оставил понаблюдать. Ну и вот сейчас оставил, пустил двоих сюда в семью. Он без маховых перьев на крыльях. Если кто читал описание пушкинской породы, там пишется: курица, которая не умеет летать, а у нее отсутствуют маховые перья на крыльях. Вот не знаю, каким образом выстрелило что-то. Вот он получился, там он залег сейчас. Ну, потом я по нему сделаю обзор отдельно. У него отсутствуют маховые перья. Их и называют ОМПшки, отсутствие маховых перьев, или БМП, без маховых перьев. Но факт остается фактом. Вот он такой. Ну-ка, встань. Вот он, видите? Вот. Так, оба активные петушки. Вот. Ну вот, значит, тут получается 14 курочек сейчас, 9 прошлогодних, 5 этого года и вот 2 петушка. Если они не будут воевать между собой, будут разделить тут свои обязанности, так они и будут. Если начнут скандалить, значит, что-то будем думать. Кого-то уберем, тогда убавлю, наверное, отсюда курочку. Вот. Ну вот пока так. Вот так. Основная порода в моем хозяйстве пушкинская. Вот, это первая семья. Пойдемте покажу вторую. Вон они там через сетку. Вот, значит, вторая семейка. Все курочки этого года. Июньский вывод. А петушок, значит, яйцо инкубационное на эту петушка мы приобретали в Нижегородской области у Анны. Вывод 12 мая вместе с ленинградскими золотисто-серыми. Вывод был вот такой Петька. Вот. Там он в клетке отдельно сидел. Немножко там он спину испачкал. Он не столько. Это грязного там немножко. Вот. Вот такие дела. 12 курочек и петушок. Не родственный. С Нижнего Новгорода приехал к нам. С Нижегородской области. Вот, очень активны. Вот, и вот такие вот курехи. Тоже они тут вперемешку. Какая 12, это 14 июня, какие 2 июня. Тут они вот не сортированы, все вперемешку. Июньские курочки. Не несутся. Там вот у тех одна молодка несется, которая была выведена апрельская, у меня одна с миксовыми вывелась. Вот она несется. Вот. У этих пока нет, не несутся. Да, там еще с теми петушками две курочки тоже с Нижегородской области. Вот.
Вот такие дела. Вот это вторая семья, значит. 12 курочек и петух. Красавец такой. Да, трескость чуть плохо наводится. Вот такой вот Петька. Вот. И вот, значит, третья семья. Сейчас пойдем его вам покажу. Вот, значит, третья семейка. Тут 11 курочек. И петушок вот тоже, это с Нижегородской области, от Анны. Это из другого гнезда. Они вот эти вот, я просил, когда покупал яйцо, чтобы она пометила, из какого гнезда какой. Эти вот петушки тоже из разных гнезд. Вот, получается, у нас три линии пушкинских будет. Вот такой вот коленкор. 11 курочек тоже июньские. Ну, тут вот в основном все поменьше. Тут все, наверное, 14 июня вывод. Вот. И петушок вот. 12 мая вывод. Вот такие вот дела. Будут тут на ихнем, на постоянном месте жительства, значит, в зиму. Вот так. Три семьи будут работать. Увеличил поголовье в этом году, потому что девять лет в хозяйстве, 10-й год у меня, вот весной было 9 лет, как это завел эту птицу. 10-й год, никаких нареканий нет. Самое из того, что у меня было, рентабельное. Вот, такие дела. Все, всем спасибо. Ну вот, трапики к гнездам. Там вот трапик к гнездам. Вот. Тоже не несутся, но в ноябре жду от них, что от тех, что от этих яйца. Все, всем спасибо за просмотр. Значит, вчера мы познакомились, где теперь поселились, ленинградские, сегодня пушкинские. И так постепенно я вам всех покажу, кто где разместился на зиму. Вот. До новых встреч. Пока-пока.